Девочки, мальчики, всем привет. Мы приехали в кинотехосмотр, в официалку. И приехали что-то заранее. Еще нам полчаса целых ждать. Вот, сейчас там наверху есть кафешечка. Мы пойдем попьем кофеечку, наверное. Вот. Миллиончик добавить, если можно купить новенькую Kia Sorento у нас. Я гнуставлю, извините, конечно. Это полная комплектация на миллион, да? 2 миллиона полная комплектация. Ну, здесь ксенона нету. А? Ксенона нету. Ну, у нас есть, здесь нету. Здесь нету этого самого умывателя, фары. В общем, дождались, мы кофе так и не попили. Тут вот есть Domino's Pizza. Возможно, там есть кофе. Я сейчас пойду посмотрю. Вот, и по разговору я сейчас поняла, что нам ждать час, а то и полтора. Хорошо, что здесь как бы недалеко родители живут. Я не знаю, что делать. Час-полтора, потому что здесь, ну, такой райончик. Не торговых центрах, ничего. Но вот пивасик, распивочные, Domino's Pizza есть, и Магнит. Вот сейчас пойду посмотрю, если есть кофейку, возьму. И, собственно, может быть, дойдем опять до родителей. Ну, посмотрим. Вот пицца и сразу пиво. Да. Девочки, смотрите, как миленько, да? Какой они плачут здесь. Ну, сам, наверное, еще мне вообще не слышно, наверное. Что я на телефон снимаю. Я взяла себе лапешечку. Кстати, очень вкусно. Я всегда кофе пью без сахара, потому что если с сахаром, то перебивается вкус кофе для меня. Сейчас я взяла с этим... с ванилью, с ликером, вкусненько, не перебивается, мне понравилось. Сегодня я целый день в камере. Ху-ху. Вот там дебаты, видите, мой муж стоит, не поймут, что с машиной, потому что она все поменяли, все заменили в машине, все, что могло возникать, ну, проблема. Она, в общем-то, после у нас этого, после того, как долго стоит, вот, допустим, муж 2 дня на ней не ездит, да, каждый день, если ездит, то нормально, если она долго стоит, 2 дня, вот, не заводится ничего, то она потом очень долго заводится почему-то. И вот сейчас там дебаты. В общем, подключились все. И думают, почему это может так происходить. Вот, все типа поменяли, все, что можно было. Вот. Ждем. Так, мне не нравится это ожидание. Был бы здесь какой-нибудь торговый центр или еще что-то. Хотя здесь есть, но до него сколько? 4 или 3 остановки надо ехать. И также к родителям тоже 3 или 4 остановки. 1,5 часа, я не знаю, что здесь делать. Погулять, если только. Здесь, кстати, парк недалеко, может сейчас до парка. Не знаю. Ну что, в итоге ничего нам не сделали. Заказали какую-то детальку мы. Надо будет еще раз приезжать. Сейчас мы поедем в Леруа, нет? Сейчас, может, еще в Леруа поедем. Очень хорошая погодка, решили немножко погулять. Но вот здесь, на районе, где мы раньше жили, сделали такой прекрасный парк. Он красивый. Вот эти лопаточки, это весла. Ими не махают, а гребут. Народу много. Приехали все-таки в Леруа посмотреть экран под ванну. И потом, может быть, еще ваш шанс, зайдем за овощами каким-то. Я вообще хочу стрекольный салатик, что-то прям. Или винегретик. О, винегретик. Хочешь винегретик? Не хочешь? Вообще ничего не хочешь, да? Он худеет. Смотрите, какая прелесть. На все сезоны.
носки для стульев, а вот такие. Не стали заходить в Ашан, потому что что-то думаем, сейчас там полчаса, тут полчаса, и как всегда 2000 нет, а ничего не купили. Сейчас зайдем сюда к нам на райончик. Купим просто огурчик и помидорчик и сделаем салат с яичком. Вот что мы подумали. У нас следующий день. Проводила мужа. Привожу себя в порядок. И на фоне у меня сваты. Третий или четвертый день я уже их смотрю. И настроение настолько поднимается, что вы себе даже не представляете. У меня и так оно прекрасное в последнее время. Вот, а со сватами это просто вообще кайф. В общем, сейчас подожду, пока голова у меня высохнет, и мне нужно делать сегодня капкейки. Буду делать сегодня капкейки. И даже не знаю, что еще. Ну, посмотрим. Оставайтесь со мной. Девочки, кстати говоря, я тут сейчас вот голову мыла, и когда мы ходили на шашлыки, я собрала опять крапиву, она сейчас молоденькая. Прям вот сварила себе целую банку и разбавляю. Ну, это здесь где-то раз на 10. То есть помыла голову, да, и вот примерно вот стакан я развожу, сверху лью как бы на волосы. Минутка проходит, и я уже как бы в полотенчика. Ну, типа для роста, и вообще, в принципе, крапивка пока молоденькая. Делайте, у кого есть возможность. Девочки, хочу сделать капкейки. Уже тут все разложила, приготовила. Значит, что у меня для этого понадобится? Масло, сахар. Ну, сахарное у меня не было, у меня сахарная пудра. Ну, как обычно, да, помните, я начинаю готовить, сахара нет, а пудра есть. Ванильный сахар, вон он, видите, такой вот коричневый. Потом еще нужно будет ванильный экстракт, молоко, два яйца и мука. Масло с сахаром, с ванилью добела. А, и раздрыхлитель. Одна ложка. Это где-то полпакетика обычного раздрыхлителя. Масло с сахаром добела. Потом по одному яйца. Потом половина муки. Все молоко. Потом вторую половину муки и экстракт. И все. Тесто сделала, разложила. Получилось вот ровно на 12 штучек. Отправляю на 170 на 15-20 минут. Кот. На 15-20 минут проверяю зубочисткой. Все, капкейки мои готовы. Вот такие получились они. Запах, конечно, от ванильного экстракта, который вот... вот этот вот. Просто вообще невероятный. Если бы я знала до этого, что он такой вот... Потому что который в пакетиках... где они? Ну, вот этот я не знаю, потому что я тоже его добавила. Я вот так добавила. Но вот обычный, который ванильный сахар без натуральной ванили, вообще ни о чем. Сейчас же я добавила вот этот вот и добавила 10 капель вот такого. Такой запах стоит. Ну, просто вообще невероятный. Сейчас ждем, пока, в общем, они остывают. И мне надо идти за сахаром, потому что у меня его нет. Мне надо крем готовить. А сахарная пудра там не подойдет. Нужен мне именно сахар. Вот, так что вот такие вот красавчики. Ну, не очень ровненько, конечно. Но я где-то здесь шапочку, может быть, срежу. Хотя, может, и не буду, потому что они упали. Немножко были повыше. А я вот еще решила приготовить булочки. Давно обещала папе и подруге своей. Завтра как раз еду по врачам опять. И по делам на район. И вот, в общем-то, сделала. Прям так хорошо тесто поднялось у меня. Вот эти у меня, получается, с орешками и сахаром. Ну, внутри эти с корицей. Ну, как бы и сахаром внутри. Вот сейчас буду выпекать. Прикольненькие такие, прям огромные получились. Хорошо тесто поднялось. Вообще шикарно. Булочки мои испеклись. Вот такая красота. Это, наверное, нам. Вот это поделю родителям и подружке. Вот это даже не знаю, я-то не буду. Муж у меня с орехами не очень любит. Ну, посмотрим, что скажет. Ну, красотища, да?
прям. Ух, прям ты что-то мне самой захотелось, хотя я не очень люблю. Пахнет вкусно, с орехами давно не делала. Ну так у нас уже вечер-вечер, вот все, что осталось от капкейков. Я даже один сама попробовала, потому что запах ванильки, ну просто, просто невероятен был для меня. И вот он, собственно, вот такой капкейк. Вот красивешный. И крем я делала белковый масляный. Рецепты напишу, естественно, под видео. Буду с вами прощаться. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока, удачи!